Всем добрый день, дорогие друзья! Мне предстоит сегодня вывести стекло и съездить в магазин закупиться. Поехали! Справа от нас парикмахерская Гюнтера Шефлер, которую он закрыл по состоянию здоровья. Слева у семьи Клемент мы видим солнечные батареи на крыше. А у семьи Зомов красиво цветет дерево. Мы проедем к контейнерам со стеклом по нижней улице. Поэтому повернем налево. Теперь на островке направо и вниз. Цветут деревья. Парочка прогуливается. А здесь в конце с правой стороны живет винодел. Я часто видел у него объявление: приходите на праздник свежего вина. Аккуратно спускаемся вниз по горке и потом повернем налево. Справа от нас железная дорога. С левой стороны мы видим такой забор, и там можно увидеть овечек. А вот и контейнеры для стекла. Подождем, когда дамочка справится с работой. А теперь наша очередь выбросить стекло. Коричневое в коричневое, зеленое в зеленое. Белое в белое. Справились. Стекло рассортировано и выброшено в соответствующий контейнер. Теперь дорога в магазин. Едут люди аккуратно и всегда пропускают другие машины. Мои международные советские права немцы не признали. И мне пришлось с самого начала проходить всю школу. И знаете, многому я от них научился. Такому, например, понятию, как не стоять на своем праве, а обращать внимание на ошибки других. Это очень важно. Цена на бензин для нас ойра 9. Чаще стали встречаться люди в масках, а с понедельника, с 27 апреля, это будет обязательно для всех, кто посещает магазин. Тюльпанчики, тюльпанчики мне от Володюшки. Конечно, приятно. Приятно, приятно и приятно. А вот какого они цвета, пока неизвестно. Я думаю, что уже завтра они раскроются. Светленькие, наверное. Посмотрим. Весенняя красота.
представляешь, взгляд твой почувствовала, Володюшка. У Веронички сегодня творческо-художественное настроение. Вы только посмотрите, мои хорошие. Бегаю, копошусь, делами занимаюсь. И поставила я Леушке варить говядину. И слышу, что-то у меня пощелкивает на кухне. Ну, в общем-то, наверное, вовремя я прибежала. Спасла я мясо, так что у Леушки сегодня будет шашлык. Пахнет шашлыком. Ну, и думаю, что кастрюльку я сейчас замочу и тоже спасу. Вот надо внимательно относиться к кухне. Чем ты занимаешься, Вероничка? Ой, Заюшка, я просто балдею. Вторая моя картина скоро будет готова. Нужно зарядить. Карандашик нужно зарядить. Как ты его заряжаешь? Покажи. Здесь вот есть такие силиконовые квадратики. Угу. Молодец. Левушка помогает? Ой, Левушка тут со мной сидит. Среди кузей. Одно ухо наверх, другое вниз. Язычок торчит. Леушка у нас дразнилка. Сладкая дразнилка. Ой, милота, да, Петюш? Ой, не могу. Ну, это ли не милота? Ай, солнышко, а ухо, одно ухо наверх. Заюшка, отдыхай, отдыхай, солнышко. Лапки вздрагивают. Гулял сегодня. Наелся, слава богу. Вот и распустились тюльпанчики. Оказывается, они желтые. Любой цвет красивый. Все цвета. Все цвета красивые. А у меня в этот раз желтые.